Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Роуз, и вы на канале Very Hard Game Mod. Напоминаю, фишка этого канала в том, что мы на этом канале проходим все игры на самом высоком уровне сложности, на хардкоре. И это Black Mesa, ремейк первого Half-Life от 2020 года. Что, загрузим наш сейв, что ли, и поехали? Я заебался уже это проходить, честно скажу. Ну, устал как-то, что ли. Потому что все-таки графика новая, движок новый. Все же. Но геймплей... Ой, не то нажал. Но геймплей все равно как был 2002 года. Или когда там Half-Life вышла, я не помню точно. Так и остался на этом уровне. Че, погнали, продолжим наш сейв. Мы в мире Зену уже, я думаю, скоро будет конец. Но я так думаю, уже третий день, блядь, или второй, а игра все не заканчивается. Я все же купил, кстати, себе Baldur's Gate 3 после Half-Life Black Mesa, точнее. Будем проходить Baldur's Gate 3 на хардкоре. Я думаю, получится интересно. Нарушитель. Так. Да надо бы, или куда? Что, блин, куда? Вот это самый частый вопрос у меня в Black Mesa. Собственно... А, все, я понял, куда надо. Но это даже к лучшему, что мы умерли. Сейчас с пол хп засейвимся. Да, конечно, блядь. Да, постараюсь. Ну, я каждое видео стараюсь ругаться матом. Каждый стрим. Меньше, точнее, ругаться матом. Каждый стрим. Все, я понял, куда нам надо. А здесь-то такой херни нету. А, блин, меня не там засейвило. Стоп. Загрузим еще наш сейв, еще раз. Наш сейв последний. Вот он. Потому что тут засейвил в другом месте, но с потраченным хп, а там хп полное. Блять, да? Все, понял, куда надо. Да, четкая раскидка. Thank you.
А, все. Деревенский паркур, я это называю, когда Фримен лазит по всякой хуйне. Блин, чуть не разбился. А, все, вижу. Надо перезарядить дробовик. То с незаряженным ходить, да и особенно на хардкоре тоже как-то. Блин, а здесь-то я уже был вроде. Или не был. Просто новая графика и новый движок, но лор-то практически тот же самый, что и в первом Half-Life. А в те времена игры делали так, что там, блядь... Не знаю, как объяснить. Это же не чистый экшен, где ты там бежишь, тут надо лазить, там искать, всякие задания выполнять. Ну, блин, не знаю, как это объяснить. Что если поймать? Себе я прав оказался. Так, сколько таких еще? 3 штуки надо. Да, что-то у меня не получается их ловить, я их своим ебалом останавливаю. Ну тут все равно, вон, похилиться можно. И броню полностью восстановить. О, вот этот поймал без ущерба, скажем так. Ну захилимся, мало ли, потом сюда нельзя будет вернуться. Так, теперь сюда. Блин, а чем стрелять-то в них? Под водой вроде только арбалет стреляет. И... пистолет обычный. Не магнум, а обычный. А мыши не надо все это взрывать. Эх, что такое? Меня засосало куда-то. Что это такое? Блин, жесть. А, все, вижу.
где еще тоже люди, типа. Ой, не люди, точнее, а эти пришельцы. Так, ну мы уже на опыте. Мы знаем, как в Half-Life надо правильно перемещаться. То есть по всякой хуйне. Везде. Я так понимаю, если попасть вот в эту хуйню, то, скорее всего, умрешь. Я это проверять совсем не хочу. Блядь! А, ну она не сильно дамажит. Я думал, она с одного раза убьет. С одного попадания в нее. Но здесь, я думаю, пригодится граната. Как? Что-то у них... А, блядь! Какое-то ветхое в этом мире, все нахуй разваливается, прям как в России при Путине. А похилить дадут чё? Чем тут есть чё? Блин, все однообразное очень в этой игре. Я думал, что пришел отсюда только что. А на самом деле нет, это другое место. Тем временем Гордон Фриман опять лазит по канализации. Параша, блять, какой-то. Не, ну это классика этой игры, так постоянно. Вот какая бы глава ни была, какая бы из всех, но в ней по-любому он будет лазить в какой-нибудь помойке хотя бы минут 5. Или в каких-нибудь помоях. Я просто не раз уже наблюдал такое. Так, стоп, а тут что у нас? Ёб твою мать. Сколько же еще? Я хочу просто... Ну, я не стану играть в Baldur's Gate 3, пока не пройду Half-Life. Я хочу очень в него поиграть. Я 2 месяца ждал Baldur's Gate. Ну, пока куплю Baldur's Gate 3, потому что... Потому что не было денег. В общем-то, позавчера или вчера они у меня появились. И я купил Baldur's Gate 3. И очень хочу в него поиграть. Но я пока что не закончил с Half-Life. С Black Mesa, точнее. Но одно и то же, блин. Неважно, в общем.
И играть мне, собственно, там в Half-Life уже впадло, потому что я хочу в Baldur's Gate. Ну ничего, пройдем, пройдем. Обязательно пройдем. Эх, блядь. Это еще хорошо, что по одному. Так, стоп. Это... Блядь. А эта хрень сильно дамажит. Я вот эту пушку всегда недооценивал. Но она, знаете, она отлично подходит против клещей, вот там у босса, у которого были, против хэдкрабов там. Ну, когда много маленьких целей. Блин. Чё я делаю-то? Да, где я учился, походу, он там преподавал. Потому что это изначально это их оружие, вот с которого я стрелял, у них такой же. Но этот момент я запомнил. Сейчас вот здесь еще один. Какой живучий. Да блять, а. Эх, бля, арбалета нету, понятно. Мне вот это все по чем-то Doom напоминает, честно говоря. Стрелять-то не с чего, блять, у нас только дробовик. Ну и вот эта хуйня. Не, как-то по-другому надо действовать определенно. Дети, ублюдки. Тут еще один должен быть. Наверное. Да, и он есть. Плюс тут хилка. И броня.
перезарядимся. Перезарядимся, точнее. Правильно будет сказать. А, во, это нормальные пацки. От свои. О! Можно пылесос зарядить или что это за хуйня? Ну я так ее называю. Понял. Че я экономлю-то? Уже кристаллы везде. Блин. Но это даже к лучшему, потому что я протупил в самом начале. Нихуя он. А можно вообще ход конем сделать, стоять у кристалла и просто зажимом ебашить. А, не, жив наш пацка остался. Ладно, двигаем дальше. Не, опять в какую-то помойку, нахуй. Все по классике. Я вам отвечаю, либо помойка, либо канализация. Но в каждой главе эта херня точно есть. Какой-то у пришельцев жестокий мир. На телах челиков работает, короче, электричество или что-то. Сюда трупы скидывают в мясорубку. Очень жестоко. По сравнению, конечно, с... Хотя я в России живу, что у нас так же примерно. На самом деле, ладно, я шучу, но... Но у нас тоже не есть хорошо. И вообще, говорят, лучше там, где нас нет. Так, опять. Хер пойми, что делать надо. Серьезно, что делать-то надо? А,
стоп, сюда определенно. Даже загрузка была. Это придумывал гений. Конечно же, это был сарказм, но знаете, я вот много таких моментов в Half-Life видел, где надо головой подумать, непонятно куда идти. Таких моментов очень много. А если учесть, что лор в принципе почти не меняли, а поменяли только графику и физику, то лор 2002 года — это пиздец, я вам скажу. Потому что в те года игры делали совершенно по-другому. Да, так туда. Это типа рабы, походу, местные. Ну, конечно, по-другому-то быть и... Блин, не может. Зловеще просто очень выглядят. Я его засейвил, а он напал на меня. Пиздец, неблагодарный человек. Точнее, существо. Человеком это назвать сложно. Тише, давай, за шамань тут что-нибудь, ну, чтоб мы проехали. Все, кажется, я понял. Спасибо.
сил. Я вот вам отвечаю, где-то 50%, наверное, игры. Ну не 50. Эх, блядь. Система жизнеобеспечения. Ну ладно, не 50, но где-то 30, мне кажется. Я чисто прошел на рандом, я не знал, куда идти. Я патроны-то зря трачу. А, это сюда паркнуться можно, если что. Ну, в принципе, я так и подумал сначала. Блять! Серьезно? Так, ну его нахуй. Вот эти рыбы прям стрёмные в натуре какие-то. Так. Во. А то меня бомж скинул с эскалатором. Опять на случай, если мы вдруг упадем. Так. Я вам клянусь, я на самом деле не знаю, куда идти. Просто я уже в этой, блять. Просто я в этой игре на опыте, в этой игре, да, на опыте уже, в общем. И тут надо подумать головой, когда проходишь, куда именно идти. Потому что здесь все совсем не прямолинейно. Сюда. Да, нам сюда.
Эх, блин, 7 патронов всего в дробовике, даже обоймы нету. Обоймы из... О, хилка и броня. Значит, дальше, походу, что-то лютое будет. Я что? А, нет, не был. Я вам говорю, все очень похоже. Half-Life. Black Mesa, дальше. Че за... Ёбаный бру... Прошу прощения за мат. Да, сегодня, походу, в Baldur's Gate 3 мне не судьба поиграть. Не, лора очень Doom напоминает чем-то. Точнее, даже не лора, а цвет, вот эта цветовая составляющая. Секунду прям.
Продолжаем. Дальше я пока еще не разобрался. А, о! Платформа, оказывается, есть. Блять! Прошу прощения за мат. Блин, ну да, сейчас такой геймплей уже, кстати, в экшенах не делают. В шутерах. Экшен. А, блядь, вот эти. Ёбаный в рот, это издевательство. Да, я обещал меньше материться, так что буду стараться держать себя в руках. Далее. Блин. Патронов-то нет ни в чем, нихуя. А в натуре мне чем их убивать-то? Только вот этой мышь херней. Самый грамотный тактический ход — это вот отстреливать их надо было оттуда, потому что
Пошел нахуй. А, да, прошу прощения за мат, опять все забываю. Забываю, нужно как меньше материться. Так, понятно. Бля. А, ну здесь можно подняться. Красивая музыка. Блин, опять там эти ублюдки. Как? Чё прикалываетесь, и чё мне... А, я понял. Только... Только вот чем их сейчас убивать, я вообще не знаю. У меня нет почти ничего, все патроны пропали. Ну, не пропали, точнее, я использовал. А, блядь, нет, такая тактика не катит. А, тут эта хрень заряжается. Тут же кристалл рядом, точно. Кристалл, конечно, это очень хорошо, но... Но если... А, тут можно сбоку встать. Давай, падла. Блядь. Ладно, двигаем дальше. Thank you.
все. Теперь подзарядимся. Ну-ка, как они вблизи выглядят. Че, я всех вынес, что ли? Блять, да вы смеетесь, ну как так можно-то, а? Да за что? Пополним боезапас. Так, вроде все. Сейчас эти, не знаю, как их правильно называют. Чё, вроде все. Едем дальше. Тут хотя бы засейвит, может Как это заебало? Я пройду. Я по-любому пройду.
Конго. В общем, на этом стрим будет закончен, дорогие друзья. Прошу прощения, прям неожиданно так получилось. Постараюсь, чтобы такого впредь не было. Всем спасибо, кто это смотрел, я очень вам благодарен. Всем удачи, всем пока. Только Роуз, только хардкор.